Ну что, друзья, я как-то не похвалилась новогодним столом, потому что упахалась вся и наготовила, как народу солдат. А вот сегодня, 2 января, зато я напекла блинов для своих любимых деток. Но они не любят, когда я их снимаю, поэтому я не буду. А вот это вот, такой вот у меня идиотский блин. Вот прям чисто Новый год. Всем, друзья, привет! Други мои и недруги, для смягчения ваших сердец. Смотрите, какую красоту я вам показываю. Ну, прелесть же. Знаете, праздник это мы и есть. Как мы к нему подготовимся. Что мы придумаем, то мы и получим.